Известная в Иркутске сеть магазинов брендовой одежды решила кардинально поменять подход к продажам. У Монта Наполеона 9 магазинов, и все они находятся в торговых центрах. И если несколько лет назад основная торговля была офлайн, то с началом пандемии значительная доля покупок стала проходить через интернет-заказы. За 2 года компания изменила стратегию продаж и сделала ставку на торговлю через соцсети. Это актуально особенно сейчас, когда с введением обязательных для посещения торговых центров QR-кодов снизился поток покупателей. Мы же понимаем, сейчас вектор какой цифровой, диджитализация. Те, кто уже не успел прыгнуть в эту вот новую информационную волну, они просто остались позади. Руководство компании запланировало свой первый онлайн-показ мод еще до того, как вышел указ губернатора Иркутской области о новых ковид-ограничениях. Монте Наполеона совместно с модельным агентством Cool Girl, приглашенными стилистами и фотографами, организовала фэшн-события. Понравившиеся модели можно было приобрести через соцсети магазина. Это нам директ, и мы обязательно обработаем все заявки. Так, без крупных вложений появилась коллаборация, где каждый участник получил свои дивиденды. Для начинающих манекенщиц показ стал отличной практикой, а фотографы и стилисты получили личную рекламу в социальных сетях магазина, которые насчитывают более 250 тысяч подписчиков, их потенциальных клиентов. Чтобы продажи были регулярными, необходимо поддерживать постоянный интерес у своих виртуальных покупателей. В поиске новых подходов компания взяла курс на продажу цельного образа с базовыми вещами и аксессуарами, а не отдельными предметами гардероба. И консультацию в магазине проводят стилисты, а не продавцы. Ковид вообще толкает всех нас, наверное, на какую-то новую историю. И через такие показы, на самом деле, через эти видеостримы у нас начинаются продажи. Ограничения для многих отраслей бизнеса стали толчком к развитию и расширению рынков. А у покупателей стало складываться новое потребительское сознание. Решения о покупке больше не основываются только на цене и качестве продукта. Важным становится увлекательный опыт приобретения, о котором хочется рассказать другим. Александрина Маланина, Иван Прокудин. Новости сейчас.